Ой-ой-ой, вот она, сотовая школа, Марк Сотик. И Чайзер. Вот это вот зачетно. Ой, усишечка. Охерительная. Фанта. Ну что такое? А-ля блицы 326. 32, 33, 34. Очень хорошие. Это 32 на экипах. И вот этот. Лючечина, Ози. И зелененький. Это тоже видал на сходках. Сима жирнющая. На 26-м моторе. На полках. На каркасе. Президент лютый. Шампанское там стоит. Да, президент крутой. Ну, это классика вообще. Сенчужи на ББСах, на шторах. Хороша. Зетка 31, смотрите. Полный клинлук. Нету ни хера, кроме мотора. L20 мотор и на дросселях. А вот так она выглядит. Тарга. Офигенно. 300. Охерительно. А, я вот еще. Ой-ой-ой, вот это хорош, прям. Какая-то притертая стоит бэха. Пандемия. Дверь. На Honda моторе. Нифига. Прикольный. Силуэт. RX-7. Liberty Волк. На Станстейшн тоже видел ее. Вот эту четырку тоже не раз уже видел. Блин, он там везде занимает все топы. И на Станстейшн он там топ брал, блядь, я не знаю. Чего тут они увидели? Хер его знает. Смотрите, целика, да, 22 кузов, но вот эти вот моменты, конечно, нет. Смотрите, как сделан выхлоп здесь. 4, блядь. Сдос. Неума. Хонд очень много. Тут прям вот целые ряды с хондами. Вот такой вот NSX. Это Фера 512, которая была на Ультра Рейс, расизм. И здесь поставили другие колеса. Вот ее возили в Польшу. Смотрите, какой прицеп, во-первых. Лежит на полу. Здесь так баллоны. Амортик какие-то. Рената. Блицы. 3.6 Power. Здесь еще вот запасочки. Баллон пневмы. А тянет все это LS. Lexus. Вот такой автопоезд. Вообще на жирах. На максимальных просто. Ну что, вот и закончился Big Fest. Я пытался выбрать топ-10. Нихера не получилось. Топ-20. Точно есть. Да, машин много,
Ну, есть такие, короче, конечно, около. Есть такие машины, думаю, бля, как их вообще сюда пустили. А, ну, в общем, ладненько, что, мы двигаемся дальше. У нас завтра ивент Дори Доре в Акибуке парк. Там будет такой стиль, это просто пипец. Ладненько, погнали дальше по туру. Мы вновь приехали в гараж по GTR, покупаем запчасти сейчас, и вот он, подсвободили здесь место, вот он желтый, скоро в Дубай поедет, и вот вроде тоже в Дубай уезжает. Что-то ребята там ковыряют. Макс, работай. Я тебе буду подкладывать, пока ты зависаешь.